Вот видишь, как тебе выходит, дорогая? На работе пустые хлопоты. Да. Все неприятности твои идут от дамы червей. Везде она стоит на твоем пути. Вот. Много слез из-за нее прольешь, много денег истратишь. А на бубном валете успокоишься. Любовник, что ли? Тише ты, мужчина услышит. Да какой он мужчина? Паша, не слушай нас. Хорошо, не слушаю. И, пожалуйста, не смотри. Не смотрю, не смотрю. Паша, получилось. Все, как ты сказал. Ну, уже другое дело. Слушай, если защищу диссертацию, с меня подарок. Кстати, ты вчера был? Да. Ну? Починил магнитофон. А как хозяйка? Маш, ну, это не для меня. Ну, она, конечно, симпатичная, ой, только... Ну, понятно, знаешь... понятно. Слушай, есть такой вариант. У сестры моей подруги сломался усилитель. Марин, тебе не кажется, что все это бессмысленно? Паша, ты себе даже не представляешь. Эй, начальник! А ну-ка, подпиши пропуск. Да. Пожалуйста. Эй, слушай, тебя же в жизни перемены ожидают. А? Какие, интересно? Повышение оклада. Новое штатное расписание. Патент на дифференциальный переключатель. Такие вещи, девочки, вы на своих машинах гадайте. А я про жизнь говорю. Этот мужчина горит, как его паяльник. Ты слышишь, видишь меня? Да, конечно. Новый человек в твоей жизни появится. Ладно, Марина, звони насчет усилителя. Может, сегодня, наконец, счастье улыбнется нам? А, безнадега. Он уже сложившийся холостяк. Вон, смотри. Ну, кто за такого пойдет? Ты не прав, Федя. В нем есть свое очарование. Ну что, идем? Конечно, Пашенька. Договорились ведь? Назад пути нет. Да. Не отвлекайся. Тетя, иди сюда. Иди сюда. Нашли кого привезти. Ну, мать моя, вообще. Что, я совсем никуда не гожусь? Эмочка, он очень хороший человек. Умница большая. Из хорошей семьи мы их давно знаем. Ведь ты же столько раз обжигалась. Тетя, лучше 100 раз обжигаться, чем выйти за такого. Бессмысленно. Да. Конечно. Да. Ну, поговори. Да. Нет, лучше передать. Не тот случай. Вот как ты, почему? Потому. Вот тебе того и желаю. Да. Может быть, включим телевизор?
Сегодня, кажется, что, где, когда. Телевизор у нас, к сожалению, не работает. Очень кстати. Павел может починить. Было бы очень неплохо. Да. Постарайся. Может, по буквам еще? Он все умеет. Ну и на том спасибо. Подожди, минуточку. Пришли. Извините, пожалуйста. Ну кто? Гости. Совсем забыла, что хотела сказать. Ну что? Кемочка, иди сюда. Павел Федорович будет телевизор ремонтировать. Вот когда отремонтирует, тогда и посмотрю. Все нормально. Отрицательный результат – это тоже результат. Зато одним вариантом стало меньше, и значит, вероятность в остальных попытках будет выше. Будем надеяться. Да, эта Эмма оказалась женщиной с претензиями. С замашками неврастенички. А вот если б нам попалась простая, милая, задушевная, добрая... Такую даже я не нашел в свое время. Она сама тебя нашла. Так жил бы бобылем. О, твои гены, между прочим. Федор, открывай. Ой, а так ведь хочется, Пашенька, чтобы дома звенел детский смех, пахло бы пеленками и валялись бы игрушки. А неужели ты этого не хочешь? Хочу. Да? Иначе я не пошел бы к этой Эмме. Входите. Ой. Наталья просила тебе передать на ремонт. Паша, импортные конфеты. Слушай, жуткий дефицит. Да я же не ем конфеты. Возьми себе. Ни в коем случае. Паш, а ты продай кому-нибудь. Вон, предложи нашим девицам, они не обеднеют. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Клара Семеновна. Голиков, как у нас дела с дехронизатором? Почти готов. Заканчиваю настройку. А, очень хорошо. Потом сразу же возьмитесь за трехступенчатый дифференциальный переключатель. Я заверила шефа, что мы справимся. Что вы скажете, Павел Федорович? Справимся.
Я не сомневалась в вашем ответе. А вы знаете, этот пиджак вам мал, Симукова. Да? Это мой размер. Вы не возражаете, если я примерю? Пожалуйста, Клара Семеновна. Благодарю вас. Кирилл Мужистик. О, и цвет мой. Вы знаете, я сейчас примерю и дам вам ответ. А это что, тоже продается? Да, но очень дорого, по буфетной цене. Голиков отказался. Ну и правильно сделала, я дура возьму. Потому что обожаю эти конфеты. Пойдемте рассчитаемся. Вот уж. Здорово, Паш, получишь деньгами. Здравствуйте! Ну, опять без телеграммы, как снег на голову. Тетя Лена, когда к вам из провинции приезжают гости, радуйтесь, что это не гробовщики. Слова Чехова, я бы так не посмел. О! Федор Михайлович! Да. Здравствуй. Все конь, а халтыкинец. А вы все не меняетесь, старики, а? И дай бог, чтобы так было во веки веков. А Пашка все еще пашет, конечно. Да, скоро придет. А ты надолго, Ген? Так у меня командировка настолько, насколько потребуется. Валька послала купить мягкий гарнитур. Дырку в голове сделала. Хочу, говорит Роксану. А это вот вам от Гаракуртов и Фаланг. Черджовские. Спасибо. А вот еще зелень, виноград, лепешки азиатские, ну и фрукты. Спасибо. А здесь все остальное. Спасибо. Что смог, то привез по пути из варяг-греки. Ну, а обратно везу колбасу, гречку, конфеты. Валька так велела. Хотя, честно говоря, мне этот вещизм и едизм вот уже где. А Федор Михайлович, как ветеран, у нас заказы получает. А-а-а. И мы тебе к отъезду наберем разный дефицит. Ну, если разок оторвете от сердца, не откажусь. Ну, что? О, у Пашки все по-старому. Да. Ой, вот. Все холостой. Он женится, ой, как же. Разве что на своей микросхеме. Все паяет? Да. Вот. А я теперь, тетя Лен, только руковожу. Да, ты у нас другой, Геночка. Ты вот и начальник, и жена, ты детишек двое. А мы с Федором Михайловичем и помрем, не повидав внуков. И знаешь, что Павлика одного на белом свете оставляем. Причем без жены и без детей. А я вам вот что скажу, тетя Лен. Да. Вы не помирайте. Пока не повидаете внуков, правнуков, не помирайте. Мы же не кавказские долгожители. И сын у нас не Аполлон. Геночка, мы его столько водили, показывали по невестам разным. Но никто за него не идет. А если вдруг она согласна, то ему, видите ли, не нравится. Вот она. Да? Да, да, вчера. Вчера на смотринах. Эмма, женщина из знакомой нам семьи. Так. Младший научный сотрудник. Угу. С ребенком. Правда, немного психованная. Причем заочно была согласна. А как увидела Павла, ну ни в какую. Психованная. Так ей надо. Кто должен жалеть? Кто? Она. Да еще с ребенком. Угу. Да такому парню, как ваш Павел, только свистнуть. Знаете, что будет? Что? Свалка из женщин. И даже из неразведенных, и не психованных. Так мы согласны. Мы согласны на разведенных, и пусть даже с ребеночком будет. И пусть чуть-чуть психованная, но лишь бы человек был хороший, чтобы она любила нашего Павла. Никаких проблем, тетушка. Ты свистни, тебя не заставлю ждать. Поэт сказал, я в рифму не могу. Так что все будет в порядке у Павла. Помните, только свистнуть. Он разве свистнет? Он этого не сможет. Свистни ты вместо него, Геночка. Пока ты здесь, пока мебель ищешь, заодно и свистни. А? Свистну! Ой. Да ради такого дела я бы специально прилетел, если бы сообщили. Значит, все будет путем. Все, по коням? Ходим, коням. Как-никак, 100 лет я у вас не был. Поводишь меня по родным местам. Город молодости, юности, как-никак.
погуляем. И вообще, подышим свежим воздухом. Давай, одевайся. Да я уже одет. Ну, галстук еще. Ты куда так ходишь? На работу. А я тебя зову погулять. Одень что-нибудь порадует. Все, понял. Вот это у меня для выхода. Так, повесь обратно. Это же не костюм, а наряд разбойника. Про галстук я вообще не говорю. Напрасно ты, между прочим. Очень хороший костюм. ГДРовский. Из Кремпляна. Не мнется совершенно. Между прочим, 8 лет ношу, он все как новенький. А галстук, чтоб ты знал, заграничный. Его папе подарил иранский атташе во время войны. Да. Но если бы я не знал твоего папу, то я бы решил, что речь идет о Первой мировой войне. Я не думал, что так все серьезно. Немедленно скидывай всю эту хламиду, сразу как перед баней. Почему? Потому что оденешь все мое. Почему? Да потому что так, как одет ты, должен быть одет я. Нет, объясни мне, почему? Да потому что моя песенка спета. Я женат, у меня двое детей, мягкую мебель приехал покупать, видишь? Все остальное у меня есть, так мне и надо. Понятно, Ген, только я не хочу надевать твои вещи. Я никогда не носил чужих вещей. Вещи брата для него чужие. Да ты думаешь, что ты говоришь? Ну, Ген. Да мы росли вместе, с детства одни вещи носили. Ты мать спроси, если мне не веришь. Да, и курточки, и гольфики, и пальтишки у вас все одинаковое было. Геночка, он всегда тебя любил. А я его что, меньше? Наденешь мои брюки и рубашку. И вообще, делай, что старший брат велит. Старший ведь Павел! Это по возрасту, и то на 2 года. А кое в чем, я для него аксакал. Это верно. Вот, теперь стал на человека похож. А? Ой, Пашенька. И я что надо? Ну, правда, не хватает кое-чего для полной гармонии. А, галстук нужен, который Федор Михайловичу подарил кайзер Вильгельм II. Ну, что я могу тебе сказать, Паша? Жениться надо. Угу. Через 2 года, старик, может, уже и поздно будет. Да знаю я это. Но не могу же я жениться на первую встречу, на посторонней. Так вначале они все посторонние. Вон, смотри, идут. Посторонние, зато какие симпатичные. А? Вот это желтенький горошек, например, а? Симпатично. Вот. Разве она может быть посторонней? Мне нужно подварить и затеять непринужденный разговор. Сможешь? Ты что, шутишь? Нет, нисколько. Но, к сожалению, это целая наука. Я не могу тебе продемонстрировать, потому что женя поклялся своим здоровьем, что ни-ни не отпускала, пока клятву не дал. Хотелось, чтобы я поклялся детьми, а я перевел на здоровье. Но тоже все же. А поучить тебя могу. Не, бесполезно. У меня ничего не получится. Не скажи. Лишь бы было желание и способности. Пусть самое захудалое, чтобы котелок чуть-чуть варил. Достаточно. А у тебя это есть. Да, спасибо. Значит так, все очень просто. Подходишь к женщине, понравишься тебе, и спрашиваешь, где находится нафилет. Что за нафилет? Вот. То же самое и она спросит. А нафилет – это телефон, только наоборот. Верно, да. Я могу любое слово сходу задом наперед прочитать. В институте ребята знали. Вот давай, любое. Дихронизатор. Ротозинархит. Здорово. Это от Бога. Но, к сожалению, это единственный мой талант. Ну так вот, ты подходишь и спрашиваешь про нафилет. И пока она задумывается, что это такое, ты уже можешь затеять непринужденный разговор или попробовать назначить свидание. И получается. Да еще как. Да я, между прочим, если хочешь знать свою жену Вальку, тоже на нафилет закадрил. Не может быть. Да. Но я ведь не знал, что она такой змеей окажется. Думал, золотую рыбку поймал. А вообще, если честно, Паш, не женись-то, а? Ну их, дьяволу. Пошли лучше в кино. Пошли. Ну как, Геночка, свистнули? Нет, честно говоря. А говорил свалка. Дядюшка, тетушка, ну поймите меня правильно. Ну для чего свистеть? Задача какая? Чтоб Павла женить? Конечно. А зачем? Как зачем? Вчера ведь только говорили. Чтобы детишки были. Чтобы не одиноким был на старости лет. Сам-то ты женат, Гена. Вот потому я и не хочу Павлу того же. Зачем ему лезть в петли по доброй воле? Ты прямо какой-то женоненавистник. Ты что-то, Гена, не туда поворачиваешь. То свистну, свистну,
а то лезь в петлю. Значит, вы хотите, чтобы Павел сам себе одел ярмо на шею? Угробил себя ради какой-то истерички? Да, хотим. Да, потому что она будет не истеричка, а очень даже хорошая, положительная, уравновешенная женщина. Тетя Лена, да если бы такая была на свете, я бы ее для себя свистнул. А мне вон, Валька досталась. А что Валя? Она очень даже положительная, волевая, энергичная женщина. Без нее еще неизвестно, каким бы ты был сейчас. Ну, ладно. Мне-то что, я, пожалуйста, раз хотите, женю Павла. В самом деле, я-то уже по уши в этом самом. А он все порхает. Микросхемы паяет. Бабочка. Пусть тоже гарнитуры ищет. Пусть. И цвет хороший. Mm-hmm. Может, штанишки померяю. Да, другой. Слушай, а там еще нету таких одних, а? Девочки, мужчина! Так, привет, Паша. Сотрудницы твои что, ручные? Как-то. Ну, тебя не боятся, от меня как от чумы. Ты чужой, а я свой. И я хотел бы для таких стать своим. Хотя клятву должили. Вот именно. Ну что, сегодня пойдем, как вчера? В кино, что ли? Нет, невесту искать. Решили, что не надо? Совершенно верно. Но прийти к такому решению надо после проверки всех возможных вариантов. А мы даже пробу пера не сделали. Ой. Генка, привет. Привет. Я все о тебе знаю. Ты не изменился совсем. Только вон усище завел. А ты какой была симпапулей, такой и осталась. Ой, скажешь тоже. Дом, семья. Да еще работа. Какая тут симпапуля? Ты защищаться думаешь? От кого? Все любишь дурачиться. А вот я буду защищаться. И Павел мне очень помогает. Это Пашка может. А сам поди не думает? Мы его заставим потом. Угу. Ген, реши один вопрос. Пожалуйста, докладывайте. Слушаю. Понимаешь, Ген, Паша отремонтировал видеомагнитофон у одной моей знакомой, а денег брать не хочет. Должен взять. Вот. Это был не столько ремонт, сколько смотрина. Под предлогом ремонта? Ты устроила. Но все-таки магнитофон был неисправен. Ген, ну там хозяйка упакована полностью. Машина, дача, да там такое. Ты видео отремонтировал? Да. Что сделал? Заменил два конденсатора, один транзистор. Ой. Сколько дали? Знаешь что, Гена? Вот, но вначале они были в виде конфет. Смотри. Что? Так, Паша работал, ой, детали поставил свои, видео функционирует, а невесты у Паши нет, значит, нет, деньги должен взять. Никогда. Все. Вопрос решен и обжалованию не подлежит. А сейчас, уважаемые дамы, если вы позволите, мы должны с Павлом переодеться. Так надо. Попрошу выйти или отвернуться. Генка, ты все такой же бесстыдник. Паша, у тебя сегодня усилитель, не забудь. Марины? А почему двое? Кто вы? Собственно говоря, я один. Мы из санэпидемстанции. Вводим мышей, тараканов и прочих насекомых. Жалобы есть? Нет, спасибо. Вот и хорошо. Маринке надо ноги оторвать за такую невестушку. Слушай, за кого она тебя держит? Это же черт-те что с тобой могли сделать? Нет, все-таки вовремя я приехал. Теперь, Паша, слушайся меня. И жизнь повернется к тебе улыбающейся стороной. Только не смотри так, как будто тебе все люди должны деньги не отдают. А смотри так, будто ты сюрприз для всех. Весь с ног до головы. Ну, улыбайся. Кому? Да никому. А пусть легкая улыбка счастливого человека всегда играет на твоих устах. Вот как у меня. А? На-на-на-на-на-на-на-на-на. А? Ну-ка, попробуй. Попробуй.
Получилось? Почти. Но ты все время старайся. Теперь, Паша, в связи с ужасным положением, в котором я тебя нашел, вот о чем я подумал. Ведь я же поклялся Вальке, что не буду кадрить для себя. А если я для тебя? Я же не клятый преступник, верно? В принципе, да. Вперед, мой друг! Труба зовет! Простите, девушки, а вы не скажете, где находится на филе? На филе? Ты слышала? Нет, а что это такое? Если бы мы знали. Вот 2 часа уже ищем, а сказали, что где-то в центре. Верно, Паша? И, кстати, девушки, вы не знаете, сколько нужно купить шерсти, чтобы связать ему свитер? Ну, 500-600 грамм. И то, если 2 нитки вязать. Ну, вот видишь, а ты 2 кило, 2 кило. Понимаете, девочки, у Пашки сегодня день рождения. Я пообещал ему подарить 6 на свитер. Ну, вот как вы сказали, 500-600 грамм, не больше. А он заладил 2 кило, ни грамма меньше. Нашел дурака. Сам-то видите, в чем хожу. Ну, конечно, понять его по-человечески можно. Как-никак, ему сегодня стукнуло 75 лет. Славный юбилей! Ну, а завтра коллеги по Академии наук отправят его на заслуженный отдых. А сегодня нам бы хотелось отпраздновать эту знаменательнейшую дату моего ученого друга в компании с очаровательными девушками, как вы. И поверьте, после этого он спокойно уйдет на пенсию. Ну, а там не за горами Нобелевская премия, крематорий, персональное кладбище. Ну, все, Дина, хватит. Простите, девушки. Паш! Паш, куда же ты? Ну, Пашка, чего ты убежал? Из-за того, что я сказал про крематорий? Или что тебе 75 лет? Так это же шутка, дураку ясно. А что я требую 2 кило шерсти себе в подарок? Вымогатель меня выставил. Так это тоже шутка. Игра! Ты думаешь, они поверили? Они сказали, между прочим, что ты им понравился. Просили передать тебе привет. Спасибо. Пожалуйста. Вот координаты этих красоток. Так, где же эта бумажка? А. Люда и Наташа. Кстати, Наташа живет одна. Пригласила нас в гости. Она тебе как? Понравилась? А? Мне понравилось то, что с веснушками. Ну, пожалуйста, твоя. Я ведь, старик, стараюсь не для себя. Не забывай. И вообще их сейчас будет... Только и с веснушками, и с кудряшками, и в елочку, и в крапинку. Только собирай лукошко. Слушайся дядю Гену, улыбайся, и все будет в порядке. Но должен предупредить, кадрятся не все. А в среднем около 50% опрашиваемых на филе. Ну, плюс-минус. Все зависит от времени года и суток. А это я тебе скажу, очень неплохой коэффициент. Для такого дела. Ну, сейчас КПД будет поменьше, потому что вид у меня, как у амбала. А? Простите, вы не скажете, где находится Нофилет? Хотя, извиняюсь, это не тот город. Нильский крокодил по сравнению с ними, Мона Лиза. Такие накладки бывают в торопях. Простите, а вы не скажете, где находится Нофилет? Ой, да я не здешняя. Сама ничего не знаю. Откуда вы приехали? С Урала. Нам жутко повезло. Край замечательных людей, тяжелого машиностроения, малахитовых шкатулок. А сколько дней вы будете еще здесь? Может быть, вы встретитесь с моим другом? Ой, да вы знаете, я сегодня уже уезжаю. Жаль, жаль. Счастливого пути, прелестная хозяйка Медной горы. Ой. Простите, девушки, а вы нам не скажете? Нам некогда. Ох, 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 ох. Ах, ну, неудачу я предсказал, как Менделеев. Атомные веса. Некоторых элементов своей таблицы. Минуточку. Так получше будет, а? Участник симпозиума патофизиологов в городе Атланта, штат Джорджия. Откуда это у тебя? Да в одной иностранца взял 2 года назад. А фотографию заменил на свою. Жуткий успех имел. Простите, девушки, вы не скажете, где находится Нофилет? Что вы сказали? Повторите, пожалуйста. Ладно, задам вопрос полегче.
Вы смогли бы с первым встречным пойти на край света? Это с вами? Предположим. Я сегодня, как Гарун Аль-Рашид, переодевшись дервишем, хожу по городу и задаю людям вот такие простые вопросы. Итак, смогли бы? А где этот край света? Он знает. Проблем нет. А когда? Да хоть сейчас, чего тянуть? Там перерывов на обед нет. Нет, сейчас мы не можем. Давайте созвонимся и тогда сходим. Интересно ли, да? Да, очень любопытно. Тем более, я там никогда не была. Да? Дайте ручку. Какую? Правую? Левую? Авторучку. Пожалуйста, да, ручку. Молодец, молодец. Спасибо. Позвоните. Это наш телефон. И договоримся. Хорошо. А про симпозиум свой расскажите. Обязательно. Всего доброго. Обязательно. Пока. Запомните, Гена и Паша. Пароль на край света. Видал, как табличка сработала? И вообще, это наши люди. Тебе какая понравилась? Даже не знаю. Обе симпатичны. А вот, вроде еще лучше, а? Простите, а вы не скажете, где находится? Не скажем. Ну и идите, идите, идите. Да, в таком виде кадрить, старик, все равно, что просить милостыню. Все, пока магазины не закрылись, пойдем и купим тебе что-нибудь. Не, у меня все есть, мне ничего не надо. Маринкины деньги есть, остальное я добавлю. Не, пора, старик, переходить на другую ступень в диалектическом развитии. Вот я сейчас в твоей одежде. Опустился на одну из самых низших ступеней. Серьезно. Между прочим, по одежке встречают, а по уму провожают. А чем плохо? Если тебя и встретят, и проводят, хорошо. О! Сам придумал. Только что. А вот что сказал Чехов. У человека должно быть все прекрасно. И рубашка, и костюм, и туфли. И, разумеется, мысли. А твои мысли, старик, пока что намного прекраснее всего остального. Может, выкинуть эту хламиду, Паш? Как залог того, что начинаем новую жизнь? А что там такое? Шифры, явки, адреса агентов. Для работы, может, пригодится? Не пригодится. Эх! Пусть его прибьет к берегу у села Кукуева. Ну и ладно, черт с ним. Хотя пиджак мне все-таки нравился. Что я сделал? У меня же там в кармане пиджака пас. Командировочное удостоверение. Деньги на гарнитур. Плавать толком не могу. Девочки, вы не возражаете, если я буду тонуть в трусах, а не в плавках? Да. Я тоже не умею плавать. Лучше лодку поискать! Да какая лодка? Он вот утонет! Водолаза придется искать! Быстрее! Быстрее! Я не успею. Гена! Гена! Я с тобой! Ой! Нет! Вы же плавать не умеете! Вы подумайте, ну зачем? Порядок! Осторожно, Гена! А говорил, плавать не могу. Зато теперь могу простудиться. Идемте к нам. Мы здесь рядом живем. Обсушитесь, согрейтесь, чаю попьем. Да ради такого дела я бы в прорубь сиганул. Людочка, у вас есть 15 копеек? С возвратом? Как получится. Сейчас. Минуточку, у меня есть. Дорогие друзья, сейчас я продемонстрирую фокус, за который Родион Акопян в Париже получил гран-при. Благодарю вас. Секрет этого фокуса мне раскрыл сын Арутюна. А маяк Акопян. Внимание! Шурум-бурум. Ча-ча-ча. Ну-ка, еще раз, ну-ка. Пожалуйста. Сейчас этот фокус исполнят дамы. Но с моей помощью. Руку. Скажите, мадам попугай. Мадам попугай. Шурум-бурум, ча-ча-ча. Ап!
Ну-ка еще разок. Все. Теперь танцы. Паша, пригласи Ирочку. Прошу. Держите. Друзья мои, я хочу сообщить вам, что сегодня Всемирный день любви. Такого праздника нет еще в наших календарях. И даже в календаре ЮНЕСКО. Но в сердцах четырех людей, которые собрались в обители любви, пусть этот праздник существует. И давайте поклянемся, где бы мы ни были, давайте каждый год встречаться на набережной, на том самом месте, где я прыгнул в реку. Клянемся? Клянемся. А? Пора. Я провожу вас. Только до остановки. Уйдем, не прощаясь. Хорошо. А где Геннадий? И что это за костюм на тебе, Паша? Купил. Гена дал деньги в долг. Да? А тебе очень идет. Пускай это будет подарок от нас с папой. Ну, как провели вечер? Нормально. Ой, а почему? Почему мокрые? Упали в реку. Как? А в них был Геннадий. Где он? Что с ним? С ним все в порядке. Он в своей одежде, у институтских товарищей. Да? Да. Скоро придет. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Ну что? Из него разве слово вытянешь? А Геннадий нет. Говорит, у друзей. Загулял, аксакал. Старик. А? Здорово. Что ты смылся вчера? Меня оставил. А я из-за тебя клятву нарушил. Но раз все из-за тебя, то не считается, верно? Конечно. Ну, хотя мог бы и уйти следом за мной. К сожалению, Паша, бывают ситуации, когда уход мужчины может быть не так понят. А. Так что все из-за тебя, не спорь. Своим здоровьем поклялся. Ну, что ты, не спорь. Молодец. Ладно. А Марина где? Она в этом, в институте, на кафедре. Умница. Кстати, старик, а сколько ты стоишь? В каком смысле? Ну, сколько тебе платят вот за то, что ты сидишь здесь весь день? 160. И не за сидение. Я работаю. А. Ну, а почему не переговоришь с шефом, что прибавил? Не молодой ведь специалист. Неудобно. Она сама, если сочтет нужно. Не сочтет. Знаю, сам ведь начальник. Нас пока не пошевелишь, мы не зашевелимся. Слушай, а кадр у вас здесь вполне. Правда, не дай бог, со своей женой, да еще в одной лаборатории работать. А Пьер Кюри и Мари Кюри из кладовской? Ну, что ты потянешь на Пьера Кюри, допустим. А где мы тебе на Нофелет с кладовскую найдем? Ее явно здесь нет. Не смотрите, пожалуйста, на нас. Это невозможно. Будь я живописцем, я бы написал не женщину с ребенком, не женщину с веером, а женщину, примеряющую иностранную шмотку. Сколько экспрессии, порыва, грации. Вы нас смутили? Окончательно. О. Если бы не моя клятва, старик, прости, я бы здесь...
Пошуровал. Ну ладно, до вечера. Форма одежды парадная. Войдите. Добрый день. Добрый день. Я начальник такой же лаборатории, как у вас, только в почтовом ящике. Зовут меня Валентин Генрихович Либерзон. Прошу вас, садитесь. К вам я по поводу Голикова. Хочу его забрать у вас. Вы не возражаете? Как это забрать? Кто мне его отдаст? Ни за что. Ну, этот вопрос решаете не вы. Крепостного права на научных сотрудников, к счастью, нет. Я ему предложил оклад в 200 рублей и дал время подумать. Послушайте... Голиков стоит и больше. Но, к сожалению, у меня других возможностей сейчас нет. Одну минуточку, товарищ Либерзон. А вас я считал своим долгом предупредить. Все же в одной системе работаем. Извините. До свидания. Голикова, вы у меня не получите, товарищ Либерзон. Я вырастила такого работника, а он забрать не выйдет. Ну и очень хорошо. Так, внимание, следуй за мной. Кто между нами пройдет, тот выиграет в лотерее. Попробуем. А как мы узнаем, что вы выиграли? Паш, не отставай. А вы это узнаете из газет. А мне бы хотелось лично от вас. Пожалуйста, номер телефона, у меня феноменальная память. Паша, подтверди. Да. А мы посторонним свои телефоны не даем. А вот если бы мы это знали, мы бы вас не пропустили между нами. А мы вас об этом и не просили. Очень жаль, очень жаль. Тем не менее, желаю вам чего-нибудь выиграть. На сегодня у нас в резерве Тамарка и Зойка. Все же у них своя комната в общаге. А как же остальные, которым ты свидание назначил? Надо их предупредить, чтобы ну меня и что? Не ждали. Пусть подождут, ничего с ними не сделать. Ну. Я за свою жизнь знаю, сколько зря баб прождал. Им бы век не рассчитаться. А ты давай подключайся понемногу, помогай мне. Ага. Вот, боевая готовность номер один. Так. Простите, девушка. Что? Вы не скажете, где находится этот... Ну, ты помнил, Паша. Ну, этот, но... А дальше? Что? Ну? Ну, этот, но... Ну, вот на это молчит. Ну, что тебе, трудно сказать, но филет. А что это такое? Ну, тот знает, а мне не говорит. А вы знаете? На филет нет, я не знаю. Что-то знакомое? Вообще... А вы... Вы оставьте свой номер телефона. Мы вам позвоним и скажем, что такое нафилет. Верно, Паш? Ты же мне скажешь. И девушка тоже интересуется. Меня зовут Алла. А? Я теперь обязательно должна узнать, что такое нафилет. Очень приятно. Гена, Паша, большой ученый. Спасибо. Пока. До свидания. Вот наш человек. Дурочку себя не разыгрывала. Молодец. А ты, Паша, как в детсаде? Ну, подыграй разок. Мне же все время одному на манеже трудновато. Не могу, Агент, прости. Ну, вот честное слово. Ладно, погоди. А я подумаю. Простите, вы не скажете, где находится нафилет? А вы меня раз уже об этом спрашивали? Когда? 100 лет назад. Я еще в школе училась. Смотрите, какое совпадение, а? Однако за время пути собачка могла подрасти. Сказал, разумеется, поэт, я в рифму не могу. А вы, видно, ничего кроме нафилета не умеете? Нет, а чего же, девушки, кое-что умеем. Да? Да. Там телефон. Так куда же вы, девушки, постойте. Бывает. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. И вам, товарищ, здравствуйте. Откуда этот охламон взялся? Сегодня ведь футбол, Кубок европейских чемпионов. Все порядочные мужчины дома сидят, а этот... Ой, Пашка, сдаюсь. Вольно. Слушаюсь. Хороша, скажи. Но жена прапорщик тебе не подойдет. А я бы с удовольствием. Но это уже будет нарушение клятвы. Гена, мне вот та девушка понравилась, которая хотела узнать, что такое нафилет. Ну, Алла. А что ж ты раньше-то не сказал? Я бы ее не отпустил. Ладно, вот тебе ее телефон, завтра позвонишь. Нет, 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 телефон она дала тебе. Ну и что, позвонишь ты? Скажешь, я сегодня ночью умер от аппендицита и просил передать привет, и все дела. Да нет, 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 я так не смогу. Ладно, мне придется ее подготовить и передать тебе в упаковке. А ты придешь, увидишь и победишь. Только улыбайся. Ген, не, не, я просто так сказал. Ну вот уже испугался. Ну, до завтра далеко. А сегодня надо пойти к Тамарке и Зойке. Поутру.
Назаре, я уйду отсюда прочь. Кабаре, кабаре, подари мне ту ночь. Все громче музыка, играй, мир кабаре, друзей встречай. Сегодня что-то Леонтьев не получается. Все, все, все. Теперь играем лим-по-по. А что это такое? А что это такое? По-бразильски лим-по-по, а по-нашему бутылочка. Правила знаете? Знаем. Знаем. Напоминаю на всякий случай. Ведущий крутит бутылку, и на кого укажет горлышко, того он обязан поцеловать. Всем ясно? Ясно. Только не вышли ли мы из возраста лим-по-по? Лим-по-по, все возрасты покорны. Так сказал Александр Сергеевич. А в Бразилии пришли к тем же результатам самостоятельно. Если не повезет, то и двоюродного братца придется расцеловать. Крути. Да никто не хочет играть. Ну почему же, раз уж начали, чего там? Крутите. Ему сейчас повезет, вот увидите. В лотерее что, не билет, то мотоцикл с коляской или ковер. Вот, пожалуйста. Мне бы такое счастье. Ну, давай, счастливчик, действуй. Ну? Что? Вставай, целуй Тамару. Закон Лим-по-по суровый закон, а в жалование не подлежит. Почему? Что почему? Все вопросы потом. Подойди к тете и поцелуй ее. Тетя Тамара очень даже хорошая. Я бы на твоем месте, знаешь бы, что с ней сделал? Юфцьед. Угомхен. Ну, может, человек стесняется. Да, не все ведь такие, как вы, Ген. Ладно, тогда потушим свет. В темноте поцелуешь? Приготовились? Выключаю. Ну, что происходит? Тома, можешь ответить? Могу. Ничего не происходит. Паша, почему? Условия созданы, не тяни. А может, он по ошибке с Зоей целуется, а? Так, Зоя? Да нет, вы что? Паша, ну ты совсем как ребенок. Ну что мне с тобой делать? Ничего не надо со мной делать. Скажи, почему ты не поцеловал Тамару? Ну не могу я целовать постороннего человека. Во-первых, не человека, а симпатичную девушку. Человека я бы не поцеловал. А девушки для нас не могут быть посторонними. Даже те, которых мы еще не знаем. Потому что нас с ними навеки связала природа, понимаешь? Извините, девушка, я коллекционирую надписи на майках. Вы разрешите прочесть? Пожалуйста. И-ло-ве. Коллекционируете, читать не умеете. Не ай. И не лов, а лав. Я люблю мужчин среднего и пожилого возраста. Верно? Да. Минуточку. Если это верно и по существу, мы ваши с головы до ног. Как средний возраст. Предпочитаю пожилых. А вы не знаете, где находится Нофилет? Не знаю и знать не хочу. Ну вот видишь, какая она посторонняя. Эх, Пашка, Пашка, разные, конечно, у нас с тобой платформы, но цель сейчас одна. Пошли к нашим. Ну, целоваться не будем. Просто посидим. Гена, ну после того, что произошло, ну, неловко мне, честное слово. Одну минуточку. Вот мы с другом поспорили, можно поцеловать девушку в первый вечер или нет? Как вы считаете? Ну и кто из вас что говорит? Вот мой друг утверждает, что можно. И даже нужно. Неправда, честное слово. Обманывает он. Совсем наоборот. Ну, ну и зря. Умница, умница. Это не общежитие медучилища. Это цветник, оранжерея, питомник. Эх, если бы не моя клятва, я бы здесь навеки поселился. Девушка, а вы не скажете, где находится Нофилет? Ну что, Геночка, как сегодня? Все идет путем.
постепенно вживается в роль жениха, ага. привыкает к женскому обществу, угу. и одна уже даже понравилась. Ну, не может быть. Фирма веников не вяжет. На Филет свое дело делает. Геночка, если надо, пригласи его к нам, этого на Филета. Я и пирог испеку. А? Торжества потом. А завтра у нас свидание с ней. 7:30 на углу Толстого и Фрунзе. Как это у вас? Вдвоем пойдете на свидание? Нет, встречу ее я. План такой. Да. А потом, по моему условному сигналу, я причесываюсь. Угу. Подходит Пашка. Ой. Вроде бы случайно. Все будет путем. В общем, не беспокойтесь, а сейчас разбегаемся. Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна, Сюзанна, мон амур. Спокойной ночи. Пам-пам. Да? А с чего это вы сегодня пришли в новом костюме? Купил. И сегодня у меня важная встреча. А, уж не с Либерзоном ли, а? Нет. С двоюродным братом. С братом? С братом. С братом, пожалуйста. А больше я вас никуда не отпущу, так и знайте. Да. Старуха сегодня какая-то странная. Агент, я вижу, серьезно взялся за тебя. Ну, учти, Паша, женщина, на которой ты, дай бог, женишься, должна знать, какая у тебя голова. А это, к сожалению, знаю только я. Но я замужем и люблю своего мужа. Вот потому Диана и считает, что за меня надо браться очень серьезным. В общем-то, он прав. Костюм тебе идет. Вот посмотри, что выдала машина по последней программе. Так. Вот отсюда ты будешь наблюдать за нами. Я ей скажу все, что надо, и как только подам условный сигнал, тут же подходи. Она будет думать, что ты пришел на встречу со мной и ни о чем не догадываешься. Остальное дело техники. Техника у меня, конечно, дай бог. Слушай, может, не надо, а? Поздно, товарищ. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Народ зря пословиц не придумывает. Сказал, надо выполнять. Стой, смотри. Все, уже без двух минут. Ну, такой красавчиком андражируешь. Ну, Гена пришел. А она? Пока нет. И нашего Дон Жуана не видать. Ну, это понятно, он должен быть в засаде. Пришла. Да. Ну и как? Даже очень ничего. Почти красавица. Такая за нашего Пашку не пойдет. А ну дай. Может, еще нашего Пашку за нее не отдадим.
А тебе как? Ты знаешь, и мне нравится. И для нашего Павла очень даже подходящая пара. А вы? Ой. Вы что здесь делаете? Мы? Мы гуляем, Пашенька. Мы давно с папой в центре не были. Да. А бинокль зачем взяли? Ну, почему вам все интересно? Ну, ты же наш сын. Ну, успокойся, Пашенька. Пашенька, миленький, ну, пожалуйста, ну, прости нас, мы больше не будем. Он причесывается. Пора. Ах, вы это знаете. Что ж вы за проныра? Подслушиваете, подглядываете. Пашенька, миленький, ну, прости мама, нас, пожалуйста, ну, мы больше не будем. Есть вещи, через которые порядочные люди не переступают. Я понимаю, Пашенька, понимаешь, ну, он один. Он очень думает. Причесывается. Пусть причесывается. Вот вы идите к нему, раз пришли. Паша! Павел! Куда ты? Ну вот видите, Аллочка, он такой скромный, что даже не решился подойти. Более того, я не сомневаюсь, что Гарун бежал быстрее Лани, быстрее, чем заяц от овла. Стихи Лермонтова я бы так красиво не сочинил. Нет, не верю, когда они стихи сочинили, вы, мне кажется, можете сочинить все, что захотите. Добрый вечер. Добрый вечер. Но... Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Познакомьтесь, Аллочка. Родители Павла, Елена Аркадьевна, Федор Михайлович. Чудные люди. Алла. Жаль, что семья не в полном составе. А где же ваш сын? Ой. Они его, по всей вероятности, вспугнули. Да, но совершенно случайно. Угу. Мы ведь не собирались сюда приходить, Геночка. Да, просто так вышли прогуляться. Со своим армейским биноклем. Ой. Ну что теперь будем делать? Поедемте к нам. Я сегодня пирог испекла. Да. А в самом деле, заодно и Павла там застукаем. Спасибо, я не смогу, мне надо быть дома. Геннадий, я надеюсь, вы меня проводите. Вот так. Очень жаль. Да. Ой, ну, спрашивается, вот где он до сих пор? Ну, проводить девушку нашего Павлика до дома? Ну, час, ну, полтора. Ну? Проводить, да. А если остаться, чайку попить, то да сё. Он может прийти только утром. Интересно, откуда у тебя такие познания? Чаёк, то да сё. Познания чисто теоретические. Не сомневаюсь, потому что наш сын весь в тебя. Если бы у него был хоть один мой ген, он давно был бы женат. Ложись. Паша, ты спишь? Проснись, старик, у меня для тебя важное сообщение. Когда ты от меня сбежал, я был обречен. А она, в самом деле, потрясающая девушка. Извини, старик. Теперь я на ней хочу жениться. Ты не возражаешь? А как же Валя? Ваши дети? И потом же мебель собирался купить. А, на импортную мебель все равно у меня денег не хватает. Сегодня вышел из бюджета. С Аллой посидели в юбилейном. Раз пять только челентанскую Сюзанну заказывал. То все. Дети. Вот о ком я думаю. Должен ли я ради них терпеть жуткие унижения от этой деспотичной, не вполне нормальной женщины, их матери. Ой, дурной. Ой, дурной какой. Сознавать ежеминутно, что я уже не свободный человек, а какой-то винтик в механизме, называемом семья. И знать, что ничего сногсшибательного со мной не произойдет до конца жизни. Нет, это негуманно. Не только по отношению ко мне, но и к моим детям. Алла.
Что это за человек? Если бы ты только знал. Да я себя почувствовал на 20 лет моложе. И во столько же раз счастливее. Нет, старик, это просто счастье, что ты меня втянул в эту историю. Еще мы же и будем виноваты. Да ну ты что? Кстати, я договорился с Эллой насчет подружки для тебя. Если понравитесь друг другу, давай вместе поженимся. Две свадьбы в один день сыграем, а? Веселее будет и дешевле. А может, в самом деле? Гена, тебе ведь еще развестись надо. На это время уйдет. А ты что же, не подождешь меня? Подожду. Подожду. А сейчас давай спать, а? Давай. А то мне завтра вставать рано. Я утром должен быть уверен, что с нею вновь увижусь я. Здорово. По-моему, это что-то такое было у Пушкина. Да? Но сейчас и я смог бы додуматься до такого. И даже в рифму. Угу. Едины. Что с тобой, старик? Ты чего засуетился? Гена, как бы незначай посмотрел туда. Там окна сидит девушка. Ну? Очень нравится. Вот этот крокодил в желтой кофточке. Сам ты крокодил. Как ты смеешь говорить о нем в таком тоне? Нашелся, понимаете, Дон Жуан. Марчелло Мастрояни. Раймонд Пауз. Успокойся, Пашка. Я пошутил. Честное слово, клянусь. Она очень даже симпатичная. Ну, хочешь, мы можем ее покадрить и на филет. Но на филет? Да она с тобой даже разговаривать не будет после этого. Оставь это дурацкое слово для своих неандерталок. А с ней разговаривать не смей. Ну, хорошо. Не хочешь на филет, не надо. Да я и смотреть в ее сторону не буду. Послушай, начальник, я тебе хорошую куртку принесла. Недорого, возьми, не пожалеешь. Спасибо, мне не надо. Я уже костюм купил. Костюм костюмом. Примерь, не купить всегда успеешь. Паш, ну в самом деле, Паш, примерь. Ну зачем мне куртка? Ой. Тем более такая. Что, в панке, что ли, собрался? Ну? Ну, знала, что ему принести. Ой. Что скажете, девочки? Паша. М? Ну, Голиков становится каким-то плейбоем. Да, при таком мужчине уже нельзя будет переодеваться. Слушайте, если Голиков не купит эту куртку, я возьму ее для своего мужа. А, Земфира у нас. Чем торгуете? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я бы на вашем месте ее взяла, Павел Федорович. Она вам идет. Тем более, что у вас новый оклад. 200 рублей. Не меньше, чем у Либерзона. Поздравляю, Паша, наконец-то. И вполне заслуженно. Ну, а теперь, значит, и мы на очереди. Беру куртку. Хотя сейчас денег нет. Отдашь, когда будут?
Я тебе верю. Спасибо. Вот теперь у тебя все будет хорошо. Простите, Земфира, вы случайно не знаете, собирается ли он уходить от нас? Что, Клара Семеновна? Да как я могу уйти? Пока моя диссертация не готова. Это после повышения оклада? Пока со мной не рассчитается, не уйдет. Он же честный человек. Ой, как вы долго добирались. Дорогая, если бы ты знала, как я тосковал весь день. Спасибо. А это небезызвестно тебе, Паша. Да-да, как же помню. Добрый вечер. Добрый вечер. А вот это Галя. Очень приятно. Здравствуйте. Разрешите представиться, Гена, но не крокодил. Подруги мои возлюбленные, мои друзья. Алла, займись Павлом. У меня разговор на одну минуточку. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Вам крупно повезло. Павел – находка для умной, тактичной женщины. Скромен, тих, пуглив, почти шизик в жизни, но гений в науке. Он занимается таким делом, вот-вот станет лауреатом госпремии. Угу. А там, возможно, и героем соцтруда. Короче, нужно и можно простить ему некоторые безобидные пунктики. Договорились, Галочка? Конечно. Что за разговор? Мне даже нравятся скромные мужчины. Очень хорошо. Кое-где инициативу берите на себя. От него не дождетесь ласкового слова, комплимента на этом этапе. А так он нежнейшее создание. А вы прелесть. Спасибо. Мы вас ждем. Аллочка, у тебя прелестная подружка. Если б не ты, я бы мог увлечься. Я вас приглашаю. Стоим, не шевелясь. Ждем следующего танца. Вы не против? Что? Ну, теперь, Паша, после повышения оклада ты с полным правом можешь жениться на Гале. Прости, Ген, но Галя мне совсем не понравился. Я не смогу на ней жениться. Ну, а на Але смог бы? Да говори, не стесняйся. Я ведь могу на ней не жениться ради счастья брата. На Али я совсем не могу. То есть я уже смотрю на нее, как на твою жену. А почему не едем, а? А в самом деле, стоим уже около 10 минут, наверное. Больше. Может быть, вообще не поедем сегодня? Пошли. О, такси, такси, такси! А почему мы не едем, товарищ? Только нет. А почему же вы не сообщили пассажирам об этом? А что, я справочное бюро? Мое дело вести вас. Так скажите нам, что вы не можете вести. А вдруг дадут ток? Дадут, не дадут. Пассажиры должны знать, почему они теряют время. Много будут знать, все профессорами станут. Вот как ты. А ну-ка, товарищ, закрой дверь с той стороны. Так, к
Где ваша жалобная книга? Дайте-ка я запишу там кое-что. Я сейчас тебе тоже кое-что сделаю. Пошел он! Я позволяю, товарищ! Ну-ка, выйди! Ну, что ты? Выйди! Уже никогда не поймешь! Выйди отсюда! Выйди отсюда! Как ты имеешь? Пошел! Хулиганство! Пошел отсюда! Безобразие! Эх, Пашка, эту бы твою энергию да в мирных целях давно бы был женат. Понимаешь, Ген, он должен бы сказать, он же только нет, а он мне... Правильно. Устает. Правильно. Но только умный человек уступает дорогу трамваю не из вежливости. Сказал Илья Ильф, я бы до этого не допер. Вот. Так нам и надо. Да, Пашка, трудно тебе будет жить в этом безумном, 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 безумном мире. Фильм был такой. Я бы слово «безумно» 4 раза не повторил. Но знай, Паша, я тебя одного не оставлю. Жить будем в одном городе, и я буду бороться за твое счастье. А мое счастье, Паш, приняло уже вполне реальное очертание. Не может быть. 2:00 ночи. А? Где шлялся? Ну, в кино были с Пашей. Да? Ну, играли на автоматах. А потом 2 часа в троллейбусе сидели. Тока не было. А ты что приехал, Валь? А приехал, тебя знаю. Купил мебель? Ну, с утра до вечера хожу, ищу Роксану. Нет, и все тут. Вот, Пашка, можешь подтвердить. А это что такое? Что? Ну-ка, поди сюда. Ну, товарищка, ну, прямо как гестапо. Ну, мало чего может быть. Так и есть губная помада. И духами французскими весь пропах. А еще клятву дал. Целдоп. Ой. Где его чемодан? Сейчас же уезжаем. А я думаю, чего это он с замолка не звонит, а? Горбатов, видно, могилу исправит. Пословица народная, ну с тобой беги, сама до нее додумалась. Рубаху смени. 2 детей в доме, он опять за свой нафилет взялся. Я тебе понафилетю! Валечка, честное слово, нафилет к нам не приходил. А как же мебель? Жили без мебели и дальше проживем. Ага. С тобой же вечно как на вулкане. Все не как у людей. Извините нас, с ним по-другому нельзя. Как в цирке с хищником, все время надо держать на тумбе. Ну, вставай, несчастье мое, пошли. Попрощайся. До свидания. До свидания, Гена. Паша, закрой мой командировочный и вышли мне. Там скажут, что срочно вызвали по работе. Не шататься! А ты, Павел, тоже хорош. Не зря говорит, что в тихом омуте черт. Пашку не трожь! Всего хорошего. Да. Вот это жена. Не дай бог нашему Павлу такую. Уж лучше как есть. Извините, пожалуйста. Вы не скажете, где находится нафилет? Как хорошо, что вы решили заговорить со мной. Сама бы я не смогла. Вот моя рука. Пойдем.
моем.